Ну что, готово? Да. Комнату туда оставляем. На счет три поднимаемся в арго. 1, 2, 3. Пошел подъем. Открывается дорога, она как слева золотая, и справа. Желтая. Широкая. Так. Мы здесь, в беседке. В нашей? Да. Посылаем, приветствуем Аргу, посылаем этому месту нашу энергию искренней любви и благодарности. И давай заправимся энергиями, полетаем. Энергии идут, они из купола идут в беседке. Да. Когда ты сказал, посылаем энергию любви, от нас как волны пошли. Наполнились. Отлично. Давай полетаем немножечко. Мы летаем. Очень приятно. Да, я чувствую. Там наших друзей нет. Ангелов, Арсения и еще его друга. Нет, здесь другой сидит ангел. Его зовут Лука. Лука. Приветствуем Луку. И я приветствую вас, милые ангелы. Приветствуем вас, дорогой ангел. Мы с земли. Вы более плотные, я вижу это. Понятно. Вы тоже пришли сюда отдохнуть, заправиться энергиями? Да, это великолепное место, где душа отдыхает и сливается. У вас был опыт на земле? Вы жили? Если можно спросить. Да. Мы не хотим вам ни в коей мере надоедать или мешать. Мне приятно встретить ангелов земли. И нам приятно встретить вас. Земля – это место, где можно многое решить за короткий период времени. Это верно. Абсолютно так и есть. Можно за короткий период очень много, большие шаги сделать в своем развитии, но можно точно так же быстро и опуститься. Но иногда это стрессово для души. Ну почему иногда? Почти всегда. Но с этим стрессом тоже надо уметь справляться. Для этого мы здесь и учимся этому. Я жил на земле во времена Спартака. Так давно? А кем вы были? Лука? Не хочется больше воплощаться. Я вас вполне понимаю. У нас остались некоторые воспоминания на земле об этом очень жестком времени. Жестоком, я бы так сказал. И все, что связано с этим периодом времени. Очень много крови, очень много горя и несправедливости. Я вас вполне понимаю. Это так кажется, оглядываясь назад. Когда рождаешься в моменте, ты не знаешь другого. Думаешь, что так и должно быть. Оглядываясь назад, ужасаешься, сколько эмоций получила душа. Да, это наверняка был ценный опыт. А кем вы были в то время, когда Спартак жил? Жителем Спартаком не был. Я понял. Благодарю вас. Простите мое любопытство, просто было бы интересно узнать, как ваша жизнь прошла там, в те времена. В женском теле воплощался. Все понятно. Благодарю вас за эту информацию, уважаемый Лука. Мы потихонечку будем возвращаться. Мы сейчас после нашей работы по очистке душ от сущности решили заправиться энергиями Арго, поднялись и увидели вас, поэтому эта приятная встреча и состоялась. Нам я было очень... открою вам один секрет. Полетайте еще. Ваши крылья напитываются определенной искрящей энергией Арго. Благодарю это вас. Это защищает вас, очищает и дает определенную энергию неприкосновенности, я бы сказал, от других цивилизаций. Нам это очень важно, потому что у нас очень важная миссия, которую мы хотим выполнить до конца. Благодарю вас за этот секрет, маленький совет. И, Верочка, давай тогда полетаем и заправимся этими замечательными энергиями Арго. Полетели. А здесь можно полежать на спинке, расправив крылья. Ну, давай полежим. Как на земле лежат? Да. В снегу, да? Вот откуда это пошло. Обязательно в снегу. Я понял, да. Имею в виду, что воздух или то, что здесь есть, оно держит.
плотный. В любом положении можно стоять, не только летать. Задерживаться, зависать. Он живой. Это энергии, которые идут сверху. Умиротворение я ощущаю здесь, на земле. Ничего не хочется, всем доволен. Блаженство. Блаженство, вот это слово, правильно. Но мы сверкаем уже со всех сторон. Отлично, хорошо. Давай подлетим к Луке, поблагодарим его за этот замечательный секрет и совет. Всегда пожалуйста. И мы желаем, примите на этом месте нашу искреннюю энергию благодарности. Нам очень было приятно вас встретить, с вами пообщаться, уважаемый Лука. Желаем вам всего наилучшего на этом месте. Любви, Отца и Света. Я не знаю, что ангелам можно пожелать. Благодарю за ваше присутствие. И мы благодарим вас. Всего наилучшего. И, Верочка, тогда поднимаемся на веранду. 1, 2, 3. Мы на веранде. И мы благодарим Арго, посылаем нашу искреннюю энергию любви и благодарности этому месту замечательному. Отключаемся и возвращаемся назад в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Полетели. Это как горка такая, золотого света. Не понял? Как горка. Да. Из света, которая ведет в комнату диагностики. И мы по ней спускаемся. Отлично. На месте.